Встречи на самом высоком уровне. Неделя дебатов глав государств, правительств и министерств открылась в штаб-квартире ООН. Сегодня с трибуны Генассамблеи выступят и президент Украины Виктор Янукович, и президент США Барак Обама, и многие другие. Из Нью-Йорка передает наш корреспондент Кирилл Евсеев. 68-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН переходит в активную фазу. Сегодня начались общие прения. В Нью-Йорк съехались более сотни глав государств. Это президенты и премьеры. Манхэттен парализован. Улицы вокруг штаб-квартиры ООН перекрыты. Местные власти даже обратились к жителям с просьбой пользоваться только общественным транспортом. Сегодня уже начались выступления и дебаты, а накануне вечером президент США вместе с первой леди организовали официальный прием для лидеров государств. Состоялась церемония фотографирования, и на приеме Виктор Янукович смог пообщаться с Бараком Обамой. Также президент получил благодарственное письмо от украинской общины в Америке за содействие в сооружении памятника жертвам Голодомора в Вашингтоне. В письме отмечается, что благотворительные средства, а это 2 миллиона долларов, были перечислены от Дмитрия Фирташа. У украинской делегации в этом году довольно большая программа. Виктор Янукович уже встретился с главой Европейской комиссии и главой Европейского совета. Впереди встречи с генсеком ООН, с генсеком НАТО и лидерами европейских государств. Также ожидается, что Виктор Янукович даст большое интервью одному из ключевых американских информационных агентств. Ну а в эти минуты ожидается выступление президента Украины с главной трибуны ООН. Поскольку тема номер один Генеральной Ассамблеи в этом году – вопрос Сирии, то можно предположить, что президент не обойдет стороной этот вопрос. Из штаб-квартиры ООН Кирилл Евсеев, Сергей Дубинин. Подробности телеканала «Интер».